Резкая смена погоды от жары к прохладе порадовала не только горожан, но и краснодарскую флору. В краевой столице впервые массово зацвел ликорис. Это редкое растение, называют цветком пустыни. Его родина – Юго-Восточная Азия. В нашем регионе он растет только в одном месте – в учебном ботаническом саду Кубанского госуниверситета. В большом количестве нежно-розовые бутоны раскрылись только в этом году. Специалисты говорят, что, скорее всего, совпали все необходимые для цветения условия. За месяц высоких температур луковицы набрали сил и при первом отступлении жары показали себя во всей красе. С одной луковицы в течение более десятка лет нами было получено более 40 штук. Это массовое цветение ликориса в этом году порадовало всех сотрудников ботанического сада. Но я полагаю, что можно его выращивать и даже для озеленения города Краснодара. В кубанской столице прижился самый северный, прохладолюбивый вид ликориса. Плюс 40 для него – это только цветочки. Луковицы его более жарких товарищей выносят температуру и повыше, однако боятся холодной почвы зимой. Целые поля ликориса разных расцветок можно увидеть в Японии. Полюбоваться ими съезжаются тысячи туристов со всего мира. Кстати, еще одно название этого растения – паучья лилия. Это потому, что одновременно цветы и листья увидеть невозможно. Бутоны появляются из-под земли только после того, как отмирают зеленые части растения. По этому поводу поэтичные японцы даже сложили поговорку: «Цветки не знают листьев, а листья не знают цветков».